Здравствуйте, дорогие друзья! И мы продолжаем с вами знакомиться с танцами народов мира. И сегодня мы с вами познакомимся с Испанией и зажигательным танцем фламенко. Танцы народов мира открыли человечеству огненное фламенко. Это музыкальное направление зародилось в провинции Испании, Андалусии, изначально представлявшейся перкуссией с похлопыванием в ладоши и эксцентричным пением под гитару с кастаньетами. Но авантюрная натура испанских цыган, которые являются носителями данного танцевального стиля, не смогли устоять перед завораживающей музыкой и драматическим пением. Они придумали характерные па – отбивание ритма каблуками, прищелкивание пальцами, выразительную игру кистей и рук, которые в итоге образовали страстный танец. Название танцев народов мира говорит о нраве их создателей. Так и эксцентричная фламенко символизирует энергичных и страстных испанцев. Но давайте же скорее смотреть испанский танец. Hello.